ребенок. Мы последние нежность войны. Когда мы спрашивают, что вы коллекционируете, я говорю, друзей. Самое интересное, общаться с разными людьми, если они западают в душу. Какие ждут меня события? Предвидеть это не беру. Я очень любил Диана Бранча, Френкеля. Таких людей я не встречал больше в жизни. Меня звал Кецелов. Это такое ласкательное обращение еврейское. Он часто злился, усы у него поднимались. Но чтобы он выругался матом, громко что-то сказал, никогда в жизни, никогда. Вот какой он был в жизни, такие писал песни. У него нет ни одной громкой песни. Ни одной. Еврей, который написал, я считаю, самые русские песни. «Калина красная», «Русское поле». Это гимн России, «Русское поле». И какая она тихая. Она ведь поется так тихо. Поле, русское поле, светит луна или падает снег. Счастьем и болью вместе с тобою нет не забыть тебе сердцу вовек. Русское поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля. То, что сбылось, то, что в жизни. Да нет же, другая здесь метрика. Ну, я же говорю, вы все время в одной метрике живете. Не надо, он не нуждался, блин, глянем. Он не нуждался, он такой был. Он как вся Россия был скромный. И все лаконично делал. Потом он музыкант-то не слабый. Как он играл потрясающе. Какой он грамотный был музыкант. Как он требовал от исполнительной точности. Он тихо говорил, ну пожалуйста. Я же это написал не для тебя, а для всех. Но написал-то это я. Ну почему ж ты у меня отбираешь моего ребенка? Ты хочешь забрать, назвать другим именем. Такой был сентиментальный, скромный и интересно пил. Когда садились к столу, подходил официант и спрашивал, вы что будете пить? Водочку. Водочку, и он пытался налить рюмку. Нет, пожалуйста, фужер. До конца, знаете. И, конечно, все внимание стола было сразу сосредоточено на Френкеле. Надо же, такой красивый, интеллигентный человек. И, смотрите, просто пьяница. Фужерами водку пьет. Поднимали первый тост, и Ян Абрамович его так медленно, профессионально, как пьет коньяк. Он эту водку выпивал, ставил фужер, вытирал свои усы и приступал к трапезе. Когда готовились ко второму тосту, к нему опять же подходил официант. Он говорит, нет, я пью всего один фужер. Вот он такой был в жизни человек. Журавли гениальные его. Он очень дружил с Марком Наумовичем Бернесом. Пока был жив Марк Наумович, она очень часто звучала в эфире. Не потому, что она сразу же полюбилась слушателям, да и потому, что уже вся страна знала, что Марк Наумович тяжело болен. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а при
превратились в белых журавлей. И именно Марк Бернес попросил Ирасула Камзатова и переводчика Наума Гребнева какие-то слова изменить, в частности, стихи. Начинались со строчки «Мне кажется порою, что джигиты». И вот несмотря на то, что слово «джигиты» само по себе очень хорошее слово, тем не менее, заменив слово «джигиты» словом «солдаты», мы как-то сделали всю песню более близкой абсолютно всем. Когда не стало, Марк, мы встретились с Френкелем, и я ему говорю: «Ян Врумович, а чего журавли не поют? Ты понимаешь, Кецелы, пусть она ему как памятник звучит в течение года. Вот пройдет год, я думаю, что ты ее споешь». Поэтому я после смерти Марка через год спел эту песню. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Такой, ну не катастрофы, а сложившейся ситуации. Мы летели из Риги, не вышло шасси, мы садились на брюхо и стал панически бояться летать. И вот я устраивал себе маршруты без самолета. Двигался из Москвы на Урал, из Урала на Сибирь, из Сибири за Байкале, Дальний Восток. Как побывать на Дальнем Востоке и не побывать на Сахалине, на Камчатке? Приходилось выпивать снотворное, такую бутылку целую в самолете и полностью отключаться. Боялся очень. Стыдно, конечно, меня прятали мои музыканты, чтобы никто не видел, не дай бог. Прилетал, меня будили, я работал. Было время. Я строил себе маршруты по 3 месяца. Уезжал и все. Ну, конечно, тяжело, очень много досужих вымыслов и сплетен по поводу моральных качеств нашей жизни. Но, с другой стороны, никто никогда не подумал и не задумался, что такое артист. Особенно артист гастролирующий. Как построить семейную жизнь? Как себя физически подготовить и морально к тому, чтобы сохранить семью, сохранить свои взаимоотношения в семье? И поэтому очень частые разводы в артистических семьях трактуется как просто, ну, что с них взять, артисты, они есть артисты. Ночи черные, ночи страстные, ночи жгучие, и
женат на Веронике Кругловой. Такая была артистка. Но она с одним коллективом гастролирует, я с другим. Ей звонят, говорят, что вот у меня там то-то происходит, а мне звонят, говорят, что у нее. Ну, естественно, скандалы, развелись. Достаточно счастливой семейной жизни с такой замечательной актрисой Людмилой Гурченко. И очень ей благодарен, потому что было много прекрасных дней. Я очень многому научился у этой замечательной актрисы и человека. Но та же ситуация, те же упреки, подозрения, тот же образ жизни. Людмила на съемках, я на гастролях. И вот мы тоже расстались. Это мой второй брак. Это неверно написано. Сожжено на нем сердце бедное. Опять так же. Совсем все другое. Я понимаю, вам ломать себя, конечно, сложно. Не, нормально. Нормально идет тогда? Второй вопрос. Может быть, мы сюда запустим гитару? Куда? В очи черные. В очи? Свободная только гитара. Не ритмической функции. Идею возьмем сейчас. Найдем, это мои заботы. Очи черные, очи красные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас. Я-па-па-па-пи-па-па-па-пим. Перебор. А что нужно? Субдоминант. Как люблю я... Да. Как... Не надо. Ничего, не надо. И потом я встретил эту... девочку, я старше ее почти на 13 лет. Я приехала в гости к маминой подруге, которая жила в Москве. И она меня взяла в дом. В то время это был очень известный конферансье Эмиль Рада. И была большая компания, было очень много для меня в то время известных людей, каких-то знаменитостей. И так случилось, что в одной из комнат шел фильм «Белое солнце пустыни». Не бойтесь, это наш господин. И когда я вошла, встал один мужчина и уступил мне место. Им оказался именно Иосиф. Мне очень понравилось, что он такой галантный и что он обратил на меня внимание. Я даже не узнала его. Я не поняла, что это Иосиф Кобзон. Понравилась она мне сразу. Еще, конечно, немаловажную роль сыграла в этом моя мама, которой она тоже понравилась, потому что на второй день я ее пригласил с друзьями ко мне домой. И, в общем, повлияло на мое отношение к ней мама тоже. Понравилась ее семья. Вообще она хороший человек. Знаете, то, что я такой сложный, такой разный. Бываю очень грубым человеком, непредсказуемым. И как-то вот терпеть меня, выносить меня долгие годы уже, 26 лет, не каждая женщина смогла бы это. Так же, как и я, наверное, не каждую женщину мог бы любить столько лет. Очи черные, очи страстные. Я бы делал так громче, мужиков. Очи жгучие. Пусть Динодурмен. Вот так вот. Это можно. Вот так идет. То есть мужикам погромче. Да это в другой манере.
Валерий Николаевич, есть одно предложение. Будет фантастически здорово. Когда мы познакомились с Иосифом, ему было 33 года. Это замечательный возраст для мужчины, возраст Христа. Ну, я не знаю уж, как там у него сложилось, но к тому времени он был совершенно свободный, холостой мужчина, и который, ну, наверное, уже созрел для того, чтобы у него была нормальная семья. А особенно этого хотела его мама. Когда он приходил очень поздно после концертов, мама сидела у окна и следила, когда подъедет машина. Она его кормила, ждала его. И он ей рассказал, что, ты знаешь, сегодня я встретила девочку из Ленинграда, очень симпатичную, она очень похожа на Гелу. Ну вот молодая она очень, и мама говорила, тоже у меня недостаток. Это же проходит. Знаешь что, Иосиф, ну ты нам ее покажи. Он говорит, только ты знаешь, она немножко полная. Мама говорит, нет, мы вначале посмотрим, я тебе не верю. И когда пришла Нелли, мама критическим взглядом осмотрела и говорит, Иосиф, что же ты сказал, что она толстая? И Иосифа упала бутылка с шампанским, и после этого осталось пятно на ковре, как напоминание о том, как мама, так сказать, сразу же раскрыла все карты. Что? Ну ты слышишь, как тенор сейчас сорвался с пи, с цепи сорвался тенор? Ты же не слышишь? Я что-нибудь делаю? Вообще, ушел вот, да. Нет у меня. Собрано, при том, что вы делаете хорошо напевая, но нету остроты ритмической. Смотри, просто в унисон поют тему. Громко. Кто громче? Я уехала в Ленинград, а он ехал на свои бесчисленные, многочисленные какие-то гастроли. И отовсюду стал мне звонить. Из Сибири, из Якутии. Я таким образом знала географию, которую я не очень хорошо в школе проходила. Но поскольку я жила в Ленинграде, а он жил в Москве, то мы никак не могли решить, как же мы все-таки встретимся, чтобы продолжить наше знакомство. И тогда моя мама сказала, если Иосиф может выкроить время для отпуска, мы встретимся где-то на юге. И я сказала об этом Иосифу, он говорит, замечательно, встретимся в Сочи. Он нам с мамой заказал номер в гостинице «Ленинград», а потом через пару дней сам приехал. Все отлично, мы готовы записываться. Улыбнитесь, Владимир, замечательная пьеса. Сейчас все будет. Позапрошлом году ей было 150 лет. Ну, давайте отпразднуем и я юбилей дублем 2. Можно? Как люблю.
вечер все время приезжали какие-то его друзья, которые не могли устроиться в гостинице. А что Иосиф сразу же говорит, нет никаких проблем, вот тебе ключи от моего номера, пока поживи у меня. И так было бесконечно. Мы возвращались с концерта, было уже довольно-таки поздно. Около нашей гостиницы «Ленинград» стоят каких-то два человека, и когда мы подошли поближе, мы увидели, что это Владимир Высоцкий и Марина Влади. И они тоже так обрадовались, когда увидели нас, и говорят, Иосиф, мы отстали от парохода, они тогда плавали на Грузии на пароходе, что нам делать, нам надо где-то переночевать. Опять же Иосиф сказал, ребята, нет никаких проблем, вот ключ от моего номера, а Иосиф пошел к нам с мамой в номер и спал на надувном матрасе на балконе. Он нас сразу покорил вот какой-то своей широтой, необычайной добротой и вот этим потрясающим умением как-то всем помочь и оказаться именно в нужную минуту, в нужное время, в нужном месте. Я даже не могу сказать, влюбилась я в него или нет, но это было настолько все как-то бурно, быстро, что я даже ничего так и не осознала и не поняла. Он сказал, ты должна приехать в Москву. Я хочу представить тебя всем своим друзьям. В общем, таким образом он мне сделал предложение. В сентябре я приехала в Москву. Он собрал всех своих любимых друзей. Представил молодую, неизвестную девушку из Ленинграда. Познакомил и сказал, вот эта девушка, с которой я познакомился, я хочу, чтобы она стала моей женой. А вот сейчас вы по-другому спели это. Очень хорошее впечатление. За исключением чуть-чуть некоторых несовместностей, это замечательный дубль. Записочку можно сделать? Где хор вступает? Очи черные. Огонька там уже не было, там перепуг общий. Володь, надо запеть ему огневым глазам? Захлёст, надо нет, сделать? Никакого захлёста не надо делать, потому что там очень четкая пауза, там все смонтируется. Никаких захлёстов, прям просто очи черные. Я понял твой взгляд. Убрал. Дописка, просим. Очень тихо и очень активно. Все, что нужно, смонтируется, все. Я давай допишем этот кусочек, давайте, последний. Еще раз дописка от хора, пожалуйста, милая. Активный хор. Спасибо большое. Это записано точно. Ах, я тебе давай. О, какой вы молодец. Какой спасибо. Молодец. Спасибо. Спасибо. Да, Мишенька, все, спасибо. Владимир Николаевич, К тому времени, когда я познакомилась с Иосифом, он был уже очень известный популярный артист. Несмотря на то, что он всегда очень много работал, денег у него не было. А свадьбу мне очень хотелось. И перед свадьбой ему пришлось плотно 2 месяца поездить на гастроли, заработать деньги. Свадьба у нас была в Ленинграде. Из Москвы приехал целый вагон его друзей, его гостей. Он привез весь свой оркестр из Москвы. У него тогда был оркестр 20 человек. Они приехали с женами, с детьми.
Приехали Иосифа родственники с Украины, его родные братья, тоже с женами, с детьми. Ну и наши друзья и родственники. В общем, свадьба получилась очень веселая. Невеста рассчитывала на медовый месяц. На что Иосиф сказал: «Хорошо, мы поедем на медовый месяц по Прибалтике». В Москонцерте ему сделали гастроли по Прибалтике с его оркестром. Я сказала: «Иосиф, ну все-таки это медовый месяц, как же ты будешь работать?» Он говорит: «Мы будем приезжать, останавливаться в хорошей гостинице. Утром будем гулять по городу, смотреть всякие красоты. А вечером у меня будет концерт. После концерта будет масса свободного времени». И, в общем, мне ничего не оставалось делать, как согласиться. И когда мы приехали в первый город, я никогда не забуду, это был Каунас. Мы выходим из вагона, нас встречает местная администрация с цветами. И говорит: «Здравствуйте, Иосиф, у нас сегодня 3 концерта». И я так смотрю на этого администратора и говорю: «А мы по 3 концерта работать отказываемся». На что все музыканты засмеялись, и Иосиф сказал: «Ты никогда больше не будешь вмешиваться в рабочий процесс». И, конечно, он работал и по 2, и по 3 концерта. И вот так у нас прошел медовый месяц. Видишь, небо потемнело, ярких окон вспыхнул ряд. Не напрасно ты надела самый лучший свой наряд. От подъезда... Иосиф был всегда безотказен. Ему ничего не надо, ни гонорар, ни бочки меда, ни ведра браги. Он просто приезжает, людям доставит радость. Ты со мною в легком танце, мчишься чуть дыша, и сама еще не знаешь, как ты нынче хороша. Мы приезжаем в Севастополь, дом офицера, он полотерение поет песни моряков. Мы приезжаем куда-то на границу, у него десяток песен находится здесь, про пограничников. Иосиф буквально влюблен в наши вооруженные силы. И по первому зову он оказывался то на Камчатке, то на Чукотке, там, где какое-то празднество, военное событие. По 2-3 концерта в день, причем и тогда пел по 3 часа. После концерта накрывался стол, и там опять 3 часа песни. Я как-то поехал с Иосифом. Значит, концерт был, потом банкет был, потом он долго-долго пел, потом меня долго не было вместе с ним. Но он был без жены, а я был с женой. Вдруг мне жена закатывает скандал. Я говорю: «Ну что ты скандалишь?» Иосифа встречал здесь аккордеониста. И они у него на квартире еще 2 часа пели. Ну, понимаете, человек любит петь. И это чувствуется в любом концерте, это чувствуется в любой записи. Я вам расскажу любопытную историю. Не думай,
о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. Был такой фильм, который теперь это уже классика, 17 мгновений весны. Знаете, режиссер Татьяна Лёжнова перебрала всех певцов, самых наших лучших. Но остановилась на Кадуне и правильно сделала. Где первое мгновение, где последнее? Какую бы он песню ни пел, он, как исполнитель, ее пропускает через сердце. И публика уже настраивала через песню. И вот же душевные песни Тарелиндеева. Не просто заставочная песенка. Золотой фон наших песен. Кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь. Течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. На эту песню, которая, в общем, исполняется за кадром, пробовалось 14 певцов. В числе них были самые серьезные, самые хорошие певцы советские. В этом соревновании одержал победу Йоси Давыдович. На первой же записи, когда я увидела из окошка аппаратный, как он вошел к пульту, значит, снял пиджак, засучил рукава, расставил широко ноги и приготовился работать. И я еще забыла извиниться публично, чего я никогда не делала перед вами, за то, что в титрах картины «17 мгновений» нету фамилии Кобзона. И это объясняется как раз вот тем, что конкурс этот шел так долго, что уже картина была сделана, уже были готовы титры, уже надо сдавать, а мы все бьемся за этот настоящий, полный, так сказать, понимание наших мыслей и голос. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако. Сизым облаком ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешка тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, до тебя, родной. Сила и нежность. Замечательно то, что он один. Хороший или плохой, второго такого нет. Монблан потому один, потому что холмов много. Он поет смысл. Это очень важно, когда вокалист не занимается звукодуйством. Вот у него красивый голос, он извлекает звуки и любуется сам своим голосом. Понимаете, вот как у него, так сказать, красиво это звучит. И мало время удивляет смыслу, о чем он поет. А ведь это самое главное. И мы часто, так сказать, перемалывали ему кости в куларах, рассуждали о нем. Ну, в основном по хорошим делам каким-то. И я бы сказал, что это Бог создал явление, он не человек, он явление. Явление для того, чтобы он воспел песню. Для того, чтобы он показал, какая великая у нас русская, российская, советская песня. Создал явление, которое бы, так сказать, пропагандировало душу русского человека. Не забудь ты эти летние подмосковные вечера. Yeah!
Мы проездили всю Италию, дали 54 концерта. В то время, до перестроечной, практически все советские артисты очень хорошо принимались. Но военный ансамбль, вот на мой взгляд, пользовался какой-то особой симпатией. Когда мы были в Милане, ну там три концерта были, там люди стояли ночью под дождем, чтобы только попасть на это мероприятие. В Италии у нас же был удивительный случай. Такого не было в истории, чтобы военный ансамбль был в Ватикане, чтобы его принимал папа Павел Иоанн II. Там нам дали же возможность даже спеть. Мы пели «Калинку» и «Аву Марию». Вообще настроение у всех было какое-то вот святое. Все это до сих пор у меня в памяти, вот как будто мы только недавно там были, хотя это 88 год. Всегда все концерты заканчиваются только тем, что публика встает. Я с Кобзоном полсвета объездил. Африка, Ангола. Жара смертельная жара. Стоит наш сторожевой корабль. Тогда были кубинцы в Анголе, и был небольшой континент наш. Мы уже там, естественно, приступили. Он выискивает, где можно спеть, причем подольше. Йосиф вдруг интересуется, а нет ли сейчас наших рыбаков из Советского Союза, чтобы мы перед ними могли выступить? Мы говорят, что вот 200-мильная зона, рыбаков не пускают в порт. Он где-то находит этого рыбацкого начальника, мы садимся на какой-то катер. Идем эти 200 миль. А эти рыбаки, бог знает как, во что одеты, тельняшки, какие-то платочки, ну, просто пиратский карпат. Но это наша медицина. На палубе идет концерт, наши танцоры, все. Я надел кепочку, такой на выпуск надел рубашку. Он говорит, ты с ума сошел? Мы выступаем перед советскими моряками. Ты должен быть в смокинге. Я говорю, Йосиф, жара 70 градусов, какой смокинг? Нет, нет, вот учись, хоть ты старый человек, учись, как надо выходить на сцену. Он надевает на себя бархатную жилетку, он надевает какой-то довольно-таки теплый пиджак, выходит на сцену, и он пьет 3 часа. У реки тянут сети рыбаки, на откосе блещет рыба, словно глыба серебра.
больше дела, меньше слов, нынче выпал на було, будет села и столица, куда рыбы да. Больше дела, меньше слов, нынче выпал на було, будет села и столица, куда рыбы да. При этой заре, при этой одежде, при всем, и его хватанул просто тепловой удар. Его буквально в обморочном состоянии принесли в каюту. Девушку, там не врач, медсестра, увидела знаменитого Кобзона. Она взяла этот шприц, кольнула и не в ту сторону попала. Он укололся, пришел в себя и еще допел 10 песен. И после этого мы вынуждены были гастроли в Африке прекратить. У него отнялась рука. Он здесь потом лежал 40 дней в больнице. Он так серьезно относится к своей работе, что вот где-то в 200-мильной зоне от берега Луанды он был как колонна дворца. У меня есть тайна, я знаю ответы. Я знаю птицы, тени и мосты. Счастлив тот, кто любит, даже безответно. Нет любви, несчастье, если любишь ты, то любит ответ. Ну, может быть, не каждой женщине хотелось бы именно такой судьбы. Потому что феминизм, он процветает и расцветает. Женщины хотят чего-то достичь сами, либо там в искусстве, либо в работе какой-то, в деятельности, в бизнесе. Ну, а мне всегда хотелось быть именно в семье и быть нужной и любимой в своем доме. Пусть замру, услышат поезда у станции, как мне тайно скажет, наконец-то. Больше не расстанься, но прошу остаться для меня. Когда мы с Иосифом собирались пожениться, он мне сразу сказал: если ты хочешь, чтобы у нас была нормальная семья, давай будем все время вместе. Меня приняли в Москонцерт, ту организацию, где он в то время работал, оформили меня костюмером, и мы все время ездили вместе до той поры, пока не родился Андрей. Когда родился у меня первенец Андрей, мы приехали в родильный дом забирать его, был человек 80-100. Это очень волнующее состояние и чувство. Я его запомнил на всю жизнь. И, конечно, хотелось, чтобы мои чувства разделили мои друзья. И первый, кто его по дороге остановил машину и взял на руки, был Высоцкий Владимир Семенович. Мне было радостно, гордость такая, сын. Когда родился Андрей, то, конечно, мне пришлось оставаться дома. И опять были какие-то невероятные разлуки на долгие месяцы. И тогда мне пришла в голову мысль пойти в эстрадное училище. Я получила диплом и стала работать ведущей концерта. Вела концерты моего мужа. И таким образом мы снова стали ездить вместе. Это было счастливых 3 года. Когда родилась дочь и появилось уже 2 детей, то мне пришлось остаться дома. Поэтому опять пошли разлуки долгие. Прошу, не пожалей добра, терпимо будь, а значит, будь добра, храни ее и под своей рукой, дай счастье, а значит, дай покоя,
Да счастье, а значит там покоя той женщине, которую люблю. Как только пошел в детский сад, мне сразу стали объяснять, что я папа Кобзон, а ты не Кобзон, не путай. Папа мне стал объяснять, вообще он со мной был очень строгий всегда. В детском саду я как-то привлекала каким-то образом все внимание, все всегда спрашивали про отца. Тогда я начала только понимать, а в школе я уже осознала, что я дочь неординарного человека. В детстве мы очень много дрались с Андрюшкой. Я была очень вредной, а он был очень спокойный. Ну, я была младше, мы всегда говорили: Андрей, она же маленькая девочка, ты же взрослый мальчик, ты должен прощать. Но это было несправедливо, конечно. И когда отец убежал Андрея, я, несмотря на то, что мы убивали друг друга, я очень Андрея всегда жалела, потому что я понимала, что мне прощали многое, а ему всегда доставалось как бы за двоих. Поэтому, когда я могла, я всегда защищала его. Всегда, с детства. И, наверное, я единственный человек, который мог оспаривать мнение такого человека, как мой отец. У нас была няня прекрасная, как мы ее все в семье называем, Марина Родионовна, которая помогала мне воспитывать детей, которая сейчас живет в Ленинграде. Но мы настолько ее все любим, особенно дети, они ездят к ней при первой возможности, или сын, или дочь возит ей какие-то подарки, какие-то гостиницы, которые она любит. Она очень любит подарочки, неважно какие, но это же знак внимания. Кока – это особенный для нас человек, и мы никак не могли понять, что она нам не родственница, потому что она была член семьи. И она была мама, она была бабушка, она была всем нам в детстве. Надежда Васильевна Рыкина, Кока, такая Арина Родионовна, простая, добрая русская женщина. Поэтому я стал православным. Я крещен, крестик ношен. Когда меня везли из роддома в 1974 году, первый, кого встретили по дороге, случайно совершенно, Владимира Высоцкого. Им бегали, он остановился, отец вышел, он говорит: поздравь меня. Он говорит: что случилось? Он говорит: у меня сын родился. Он говорит: да ну, не может быть. Он говорит: ну, он в машине. Меня взял на руки, посмотрел на меня. Он говорит: да, хорош. Снял себя крестик золотой и одел мне на шею. Вот. Отец посмотрел, говорит: ну, точно бандитом будет. Вот. Потом этот крестик хранился у мамы где-то. И когда я уже повзрослел, я говорю: где крестик? Я хочу его носить. Она мне отдала этот крестик, я до сих пор его ношу. И я действительно верю, вот, не то что в переселение души, я верю в какую-то миссию, которую я должен исполнить в этой жизни. Прошу, не пожалей добра, терпимо будь. А значит, будь добра, храни ее и под своей рукой. Дай счастье ей, а значит, дай покоя. Дай счастье ей, а значит, дай покоя той женщине, которую общения с таким ярким, талантливым человеком. Мне достался уже довольно-таки взрослый, известный певец, артист, мужчина, достаточно избалованный женским вниманием и любовью зрителей, и любовью публики. Поэтому мы учились как бы жить вместе, мы ко всему приходили вместе. И я все время стараюсь высказать свое мнение, которое, в общем, у меня есть. Он его выслушивает, мое мнение, но все равно делает по-своему. Вот Афганистан.
первая поездка. Еще даже не было такого понятия поехать в Афганистан. И я ему говорила: Иосиф, ну зачем ты туда поедешь? Это и война нехорошая, и не надо тебе туда ехать, и страшно мне за тебя. И он мне сказал: почему? Там же наши ребята, там же наши дети. И, в общем, он меня убедил, что это нужно, что это правильно. Это даже как бы необсуждаемо. Это порыв его души. Меня пригласили с группой артистов принять участие в праздновании первой годовщины Апрельской революции в Афганистане. Делегацию возглавлял Михаил Васильевич Зимянин. Мы вылетели туда 24 апреля 80-го года. К нам из древней латыни сегодняшним ветром донесло слово чуточку грустное, ретро. Означает оно направление моды и касается нас. Мы из прошлого родом. Мы оттуда, где буйна весна ликовала, где к ночной тишине привыкали солдаты, где стоял грустный Пушкин в начале бульвара, где сидел мудрый Гоголь напротив Арбата, где стоял грустный в начале бульвара. Где сидел мудрый Гоголь напротив Арбата.